Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Lenovo Tab P11 добавить и также удалить Google аккаунт. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт аккаунты. Нажимаем добавить аккаунт. Google. Вводим наш пароль, если он есть, конечно. И теперь вписываем наш Google аккаунт. Нажимаем «Далее». Вводим пароль. Теперь нажимаем, что мы соглашаемся. А чтобы удалить Google аккаунт, выбираем его, вроде этот, который мне нужен, и нажимаем удалить Google аккаунт. Нажимаем еще раз, и он удаляется. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!